вот мы в Макдональдсе в Эмиратах. И что, да, старт орды. Сейчас посмотрим, что за цены. Здесь будем кушать. Ну вот, значит, есть обычные бургеры. Ой, плохо видно, отражает. Напитки. Потом меню какое-то специальное. Биг тести, 21 дирхам. Ну давайте, я перейду здесь, может, не отсвечивает. О, получше. Так, значит, биг тести 21, биг мак 18. А где чизбургер, макчикен какой-то. Непонятно. Вот эти, кстати, очень вкусные штучки, вот эти, как шаурма. Где макчикен, не знаю. О, чизбургер. Вот, чизбургер один стоит 7, смотрите. И, а где Даву чизбургер? О, ну, давай вверх еще, да не вверх давай. Медленно, медленно. Кстати, смотрите, можно выбрать и курочку, и говядинку. Я нашла его. И рыбку, его. Кстати. О, Даву чизбургер. Нормально. Кстати, свининки здесь нет, вы же понимаете, это Эмираты. А, кстати, она вообще десье? Десерты, давай посмотрим десерты. Давай. Я хотела когда-то Макфлури. Так, что у нас? Макфлури 9, еще нормальные цены. А что Орео? Я не хочу Орео. А Орео, может, что-то другое есть. Какой-то Hot Fuji Sundae. Это, по-моему, какой-то йогурт вообще с какой-то фигнюшкой. Нет, такое не хочу. Дарко... Жалко блескивает. Так. О, подорожание произошло. А была дирхам морожка, да. А сейчас 2. Но ведь в новинах писали, что это капец. О боже мой, вот карточку вставляете и все. Ну так это везде такое. Сейчас, короче, а, ну, подожди, а салаты вот салаты вот. Один. Фрутон салат. Вот этот вкусный, конечно, сизер салат. Сизер вкусный. А остальное мы какой-то другой пробовали, да? Ага. Вот, и вот Макдональдс сам. С маленький такой киосик. Но очень много людей здесь, кстати, вот. А если не всегда? О, говори. В Макдональдсе всегда напитки, много. Напитки, давай посмотрим напитки. Ого, по 8. Что шутите? А сок 6? То есть, значит, сок 6, а спрайт и всякое-то вот софт-дринки по 8. А где кофеёк? А, Маккофе, да? Так, что? Айсет американо 10. 10-12. А вот, эспрессо 9. Эспрессо 9. Эспрессо 7. Ну, дабл эспрессо 9. А эспрессо 7. А давай что, это капучино 11. Ну, можете попробовать взять, кстати. Кстати, надо взять попробовать и сравнить с одним товарищем, да? С Томом Хортонсом, с Тим Хортонсом, мы там писали уже. Обзор делали. Так, давай еще. О, что такое сигнич? Сигнич это как раз прикольные вот эти вот такие вот mushroom beef, допустим, говядина и грибы. Спайси, острая курочка. Это вот барбекю прикольно и... Курочка с грибами. За машем чикен, за машем бив. Сейчас Наташа что-то себе выберет. Я что-то выберу. И Наташа Happy Meal хотела сегодня себе. Смотри, сюрпризом какой-то по 16. Все по 16, по 14. Так, а чика какие есть? Это веганский. Это биф. Это биф, это чикен, чизбургер и чикен макнаггетс. То есть здесь вот такие вот штучки будут. Да, за 14, а здесь за 16 будет чизбургер. Так оно все то же самое, только чизбургер. Будет сюрприз. А, сок, смотри, кстати, сок. И что-то еще, по-моему, картошка, что ли? О, пинэппл стик. А это с картошкой, а это с бананом. Вообще не шарю, что вы напишете? Это так, только диты разберут, всем обучают. Оно так просто отблескивает. Ладно, давай выберем уже, потом, а потом смачно покушаем на камеру. Все от это, отменяем. А, по футбол. No, no, no. It's, Наташа хочет это выбрать себе игрушку. It's for sound? Yes. Это со звуком, это вот хорошо. Такое она хочет. Беру. На соседей. I don't try, but I don't know what it is. Ой, мальчик не знает, что это. В общем, берем Happy Meal с таким вот смешным гудком. Посмотрим. Попробуем сейчас его протестить. Happy Meal with cheeseburger, yes? Cheeseburger? Да. Прибывает высокая кухня вид Макдональдс, да? Высокомолекулярная. Ну что, друзья мои, Макдональдс. Впервые в жизни Наташа заказала себе Happy Meal. И стоит он 16 дирхам. Тут должен быть. Сейчас мы разберемся, посмотрим. Смотрите, какая милота в этих напиточках. Боже, такого не было. Это мой эспрессо. В смысле, что это таки? Ну, не знаю. Я а, это твой эспрессо? Ой, а это мне как это, дитинки. Боже, да, я капрелец. Хорошо, что это? Да. Эспрессо 7 дешевле не найдете в Тиме Хортонсе 9, и там кофе на букву Г. Обзор мы уже делали. А вот 11 капучино. Думаю, что кажи громче, бо не чутно тебе. Да? Да, просто кричи. Все, короче. Боже, Happy Meal. Дивись, я разобралась. Смотри, вот там какие сейчас идут эти. В общем, это игрушка из Happy Meal. Значит, это у меня громкоговоритель, вот это громкооратель. Да. Где? Ну где же? Вот же он. Вот он. Ну я думала, что он обведен. Нет.
Нет. Потом что тут, очки, ушки. Брелки, что-то еще. Можно открою? Аккуратно открывай. Там написано, что это специально для сделано для чемпионата мира. То есть я аккуратно открываю. Я болею за чемпионат мира. За весь? За весь. За хорошие игры. Только давай здесь не будем использовать. Хорошо, не будем. А то нас повяжут и это. Что шутишь? Боже, я побачила на сайте. Вот так тебе и надо. Это моя вещь. Отдайте. Ладно, давайте Наташа будет распаковывать Happy Wheel, а я буду снимать. Боже, какая прелесть. Это все за... Телефон на работу, я точно. Ну что, вернем тогда? Ну смотри. Да, еще раз. Нет, спокойно. Спокойно, это моя вещь. Давай, мы пришли снимать, давай. Еду, да? Да. Давай. Да. Так что, Яра это? Да, давай. Ой, пальчиками в камеру залезла. Молодец. Вот это мой дабл чизбургер. Какой-то маленький, но ничего. А ты не хотела картошку? Ну вот теперь ешь ее. А просто в прошлый раз у меня от картошки болел живот. Так, это мы уберем, да? Слушай, так тут, извини, для ребенка это? Так это нормальный чизбургер? Ну тут дети нормально едят. То есть Наташа простой чизбургер, а у меня дабл чизбургер. И мой дабл чизбургер стоил 12, по-моему. Да, 12. А у Наташи все это стоило 16. Очечек отсюда. Классно. И игрушка, и картошка, и сок. Вот капучинка только отдельно шла. Ну давай. Давай что? Попробуешь? Это или твое? Давай вместе сейчас будем подожди, пробовать не, и рассказывать. Я хочу это, я хочу развернуть мой чизбургер и твой, и сравнить его по размеру. Они такие же чинили? Ну, давай. Высокая кухня. Кстати, друзья мои, пишите обязательно, кто пробовал Макдональдс в разных странах. Как он вам? Я не пробовала. Я только в Украине, в Киеве пробовала. И... Сейчас вот я расскажу, что я пробовала в Канаде. Макдональдс там ужасный, просто ужасно невкусный. Мне было плохо, меня стошнило даже. А вот самый вкусный Макдональдс в Киеве. Самый вкусный Макдональдс в Киеве. Наташ, правда? Да, ну, вкуснее, чем в Эмиратах намного. Слушай, вкуснее, чем это. Опять же, я только здесь пробовала все. Смотри, вот это твой. Я мыла руки, а вот это мой. То есть, в принципе, дети хорошо едят. Дети неплохо здесь едят. Так вот, на втором месте Эмираты с Америкой делят. Макдональдс вкусный Макдональдс, не такой, как в Киеве. Я пробовала в Америке, в Лос-Анджелесе и пробовала в Эмиратах. Вот. Третье место Канада, это ужас просто. Ну, а первое место Киев. Ну-ка, Наташа, что скажешь? Бывает со свининкой? Ну, конечно, со свининкой хотелось бы. Вот и все. А и лучок, огурчик маленький. А лучок, кстати, не кладут? Слушай, попробуй же картошечку, вот, пожалуйста. Вот. А я уже ж попробовала. Вот лучок есть, нечто похожее на мясо. Ну, картошка, слушай, мне кажется, даже в Киеве она как-то крупнее даже. Не знаю. Совсем какая-то маленькая. Ну, свое оно все крупнейшее, оно все гарнейшее. Ну, такое, нормально. Если быстренько съесть, то нормально. Я хочу сок попробовать. Давай. И капучино попробуй, потому что сильно интересно. И такой первый раз такая чашечка, ну, классная. Мы такие быстро, все быстро, спонтанно. Ой, а мне трубочку не дали? Дали. Держи. Спасибо большое. Я даже сахар взяла на всякий случай. В смысле, это что, натуральный сок или нет? Ну, я не знаю, наверное, да. Чем так интересно, сок 6, да, как пепсикола 8. Натуральный, ну, нет? Я не понимаю, с претензией на натуральный, но какая-то химичность есть. Ну, непоганый, ты знаешь? Такой печеньше натуральный, охлажденный. Ну, так ничего, ничего. А можешь капучинку открыть? Зачем эта желтая штучка вверху? Чтобы просто вот так открыть, вот так. О, а ну еще раз покажи, шпажка якась? Фиксирует, наверное, даже. Прикольно. Но я с этими штучками не люблю. Эти штучки у нас выливаются постоянно, вот такая капучино. Давай попробуем на вкус, я думаю, что хуже, чем в Тиме Хортенсе не будет. Они полили или посыпали нечто таким этим, шоколадным, немножко. Это без интересно. Сахара, да? Так. Немножко сладенько. То есть аналогично с Тимом Хортенсом, но чуть-чуть дешевле. Не-не-не, оно просто не якое, никакое. А в Тиме Хортенсе просто... Вот. А тут просто потратил, выбросил деньги. А сколько это стоило? 11. Ну, прилично, $3. Ну, мое 7... Наверное, за красивый стаканчик. Ладно, сейчас переключу камеру и тоже поем. Давай я тебя сниму. Ну что, я уже в седле. Сейчас буду приступать.
Дунь? Нет. Он даже не хочет. Дунь, сейчас. Чизбургер. Двойной сыр, посмотрим. А, две котлетки, ну да, нормально. С моим. Нет, вкусно. Тебе вкусно? Угу. А я мясо я не понимаю. Голодная, с работы, мне сейчас все вкусно. А, я понимаю, но я консистенцию мяса не понимаю, что это такое, что я ем. Вот булку вроде поняла. Мясо какое-то. Сыр есть, лучок есть. Нет, порядка. Нет, два огурца даже, класс. Тебе дали два огурца, да? А помнишь, как-то какой-то период был, у них в этом Макдональдсе были, не в этом, а у нас в Киеве были дни, украинские дни в Макдональдсе. Да. Помнишь, какой классный были? Именно такой хлеб был, неплохая, как украинский, но даже еще вкуснее, как чиабатта по форме. Угу. И там в середине бекон был какой-то, боже, как вкусная пища была. Да, у сучок у Наташи. А то было классно, да. Нет? Ну, как бы натуральным что-то добавили. Ну, скажи. Порошка, что ли, какого-то. Химия знаю. Какая-то. Натуральная химия. Так что так вот, в преддверии чемпионата, мира. Ну, интересно, сейчас везде такие вот эти вот с этой чемпионата мира? Думаю, да. Да? Угу. А почему ты так думаешь? Чемпионат мира. Не чемпионат мира? Что мы же рекламировали. Да, красиво, мог. Угу. Ну, ты показываешь. Помнишь, как нам парень такой, у меня тоже фаляфик. Он тебе показал, у меня тоже фаляфик. Есть. Не могу сказать, что Макдональдс здесь дешевый, но если вы в корте, в моле, обычно есть готовая вкусная еда внизу. В Карифоре, в Лулу мы делали видео. Мы делали распаковку, сколько мы еды в Лулу купили. Но будет дешевле и вкуснее точно. А могло так. Развлечение. Ну, реально мы тут были, но может Макдональдс место 4 назад. Ну да, наверное, ну, скажи. Ну так, ну, не увлекаемся. А, кстати, знаешь что? Я хочу сказать, что я здесь не видела никогда, на то, что, может быть, оно есть, просто напишите, что отдельно стоящими зданиями Макдональдса, ну, вот нету, только на фудкортах. Да, не видели. Ну, чтобы отдельно здание, заходили. А Пицца Хат отдельно видели, помнишь, где стоит? Макдональдс не видели. Ну, кстати, я хочу похвастаться, смотрите, как у меня серебряная штучка. Это мне начальница привезла из Египта, это серебро, она сама египтянка. Вот это вот все четыре символа значит мое имя. Олга. Да? Прикольный подарок, да. Вот странно. Наташа спросила проверить. Я спросила у египтян, они говорят, ну да, возможно. Ну да. Но мы, наверное, такого алфавита не знаем, с древнего алфавита. Все, что угодно может быть написано. Да. Короче, мы забежали как Татара Монгола, да? Да. Забежали, говорили, сейчас попробую свою эспрессо еще. А, кстати, вот это вот, то, что мы показали, рожок, да, он стоил очень долгое время, дирхам. Один дирхам, мороженка рожок. И детки подходили, просто давали, быстро кидали дирхам, и ничего не успевали даже пробивать. Ну, кофе нормальный, кстати. Да? Нет, не перебивай. Продавец давал мороженка, и дети убежали. И тут, значит, событие века, что, ну, реально, на 100% повышают мороженка, и эта новость удостоилась прямо национальных новостей. Мороженое повысилось до 2 дирхам. А я не читала. Да, да. Топ. Попробуй. Ой, нет. Оно пахнет плохо. Ну, пережжённым. Ну, кофе мне нормально. Кофе, кофе, эспрессо, эспрессо. Нет. Бодрит, бодрит. Я кофе не пью для того, чтобы оно бодрило. Просто, чтобы оно было вкусно. Это вам кафе Кране. Помните видео, оставлю в описании. Карне. Да все равно, там вкусный кофе. Он был вкусный. Я все довольно-таки быстро уничтожила чизбургер, классно. А я еще нет. Двойной чизбургер. А я детский еще ем. Не, нормально, Нужно было брать горячий шоколад, но для сравнения с этим Тимом Хортонсом. Я думаю, он тоже был мне вкусный горячий шоколад. Как там? Игра была равна, играли два пи, вот это вот два капучино. Это, кстати, про чемпионат мира в Катаре, да? Про футбол. А что ты знаешь? Почему именно чемпионат мира? Потому что там точно будут две плохие команды, которые будут играть. Ха-ха, такой юмор.
Ну что, по итогу. Ну, поесть можно, ну на вкус. Ну, опять-таки, с Америкой делится второе место. Я только в 4 странах побывала. Я была сколько? В 33 странах. Слава богу, только в 4 я ела Макдональдс. Так я предпочитала есть нормальную, но местную пищу пробовать. Надо завести себе традицию. Если где-то будем, заходить, самый дешевый брать там чизбургер или бургер. Второй, да. Один на двоих попробовал и отвалил. Да, чизбургер, поскольку сейчас мы ели чизбургер. Да, сделал выводы. Кстати, мы в Кракове зашли в центр, там возле Hard Rock Cafe. И там столько людей было, мы чуть сразу и вышли. Ну, не получилось. Не получилось с вами. Пошли есть вкусную польскую еду. Да. Так что вот такой обзорчик сегодня. Пишите, что у вас. Где вы пробовали, в каких странах пробовали Макдональдс? Вкусно, невкусно, дорого, недорого. Ну, пишите. А еще у меня есть красивая игрушка. Теперь надо отдельную комнату для нее. Для этой ерунды. И соседи будут счастливы. Класс. Ту-ту. Еще бы она дудела, если бы вообще нормально было. Она будет. Она будет дудеть. Все будет хорошо. Все. Всем пока, спасибо. Пишите, оставляйте комменты. Пока.